вечер, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые гости! Мы приветствуем вас на юбилейном концерте детской школы искусств номер 7. Потому что уже много лет нашего города. Это непростая история, но здесь огромную роль играет, наверное, преемственность. За 40 лет всего 3 человека возглавляли эту школу. Добрая память нашему директорам Магомеду Османовичу, которого с нами нету, Качанову. И огромное спасибо Шамилю Джавадхановичу за то, что он продолжает вот эти традиции, заложенные этими великими людьми. Огромное ему спасибо. Я хочу передать вам самые наилучшие пожелания от главы города, от Салмана Дадаева. Он особенно относится к этой школе, и, наверное, вот одно из его таких поручений было, когда в Талгах была сдана новая детская школа, это организовать там филиал 7-й школы, он был успешно организован. Огромное спасибо педагогам. Я часто вспоминаю эту историю, когда создавался этот филиал, Шамиль Джавадханович говорил о том, что его предупреждали о том, что очень своеобразное население этого поселка Талги, что это невозможно, что не воспримут. А когда мы туда пришли, то так получилось, что в 2 смены пришлось заниматься, потому что есть запрос от населения, чтобы дети росли в определенной атмосфере. Спасибо огромное вам всем. Я хочу еще раз поздравить наших педагогов, наших детей, родителей и сказать, вы знаете, Махачкала – это особый город. И вот эти дети – это, наверное, те люди, которые будут по крупицам строить ту Махачкалу, которая удовлетворяет нашим требованиям. Спасибо, с праздником всех!